Зрителям, подписчикам привет. Сегодня будем собирать теплицу легенда 2,5-4 под стеклом. Пока приехали, разложились, приступаем к работе. Каркас теплицы готов, обшили стены стеклом. Сейчас будем готовить крышу и обшивать ее. Завершился у нас монтаж. Напоминаю, строили сегодня теплицу легенда 2,5-4 под стекло. Идем смотреть. У нас алюминиевая дверь с одной стороны, форточка торцевая с другой. Тоже алюминиевая. Каркас теплицы сделан с профильной трубы 40x40. Покраска полимерно-порошковым способом. Цвет шоколад. Имеются диагональные усилители. Имеются два форточных блока на термоприводах. И также подготовленная система подвязки. То есть нужно будет только прикрутить. Клин прикрутится сам. Потому что еще не определился, где у него и как будут грядки. Стекло 4 мм. Крепится каркас с помощью профиля системы, база, крышка. По низу у нас сделан отлив. Вот такая красотуля, компактная достаточно, но очень симпатичная теплица у нас получилась. А у меня на этом все. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы. Всем пока.